Слардара вообще всю игру нету. Вообще нету его. Всю игру он где-то ходит. Серьезно? Да, серьезно. Полетели на базу, братка. Что делать? Let's go. Как там надамаживали. Но в целом получается, ну, вот такая кат. Сучкуй. Сучкуй, дядь. Не надо туда ходить, дядь. Надо. Два дебили. Там верби ют. Хорошо. Найк соло не собьет яйцо никогда. Вообще, так, на таком лайте чисто, я не знаю. Катка. Всем таких игр, ребят. Реально, вот. Ну что, ребята, всем привет! И у нас сегодня некстовая каточка, ТБшечка, хай ТБшечка 85-й карты, очередная ТБшечка, хай ТБ, ребятки. 15, 10, 21, 18, 11, 9, 900, 17, 20, 15 и 14к поинтов здесь у нас присутствуют в этой каточке. И каточка начинается уже прямо сейчас, и... Посмотрим, как у нас будет происходить игра. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube канал, чтобы не пропускать новые видосы. И, возможно, это крайний, будет видос у нас хай ТБшечки. Может и нет, я не могу знать, сколько игр я смогу еще успею отписать буквально за какие-то там, я не знаю, 5 дней, потому что я не апаю ПТСы, как вы знаете. И, конечно же, желания его, в принципе, апать нет. У меня и так, в принципе, пустят даже 10к ПТС тут с 80 винрейта. В принципе, является каким-то показателем игрового умения. И, в целом, по прошлым играм, конечно же, вы поняли, что, в принципе, я играю не только с дерангами. И могу смело играть даже с такими поинтами. Обязательно посмотрите прошлые каточки. Они реально бомбезные, интересные и... Будем играть, сейчас будем играть, посмотрим, какая у нас будет каточка в целом будет ли интересно. О, Гришин зашел еще, фейк 11, 23, 40, это Гришин. Аткинсон пришел 11к. О, ну, в принципе, будем сейчас играть, ребятки. Надеюсь, катка получится интересная. Интересная. Сделали почему-то рей, ребята. Как я уже говорил, есть 3-4 ризона, почему я не хочу играть хай ТБшки. Это, конечно же, анманерность, плюс ожидание, плюс, конечно же, вот это вот нелюбимые вот эти паузы всеми, когда сидишь и душишься прям целыми днями, вот эти вот смотришь, как вот это вот они пикают долго, вот это что-то АФК. 16 на 8 у пацана статистика, 9600 ПТС. Вот так вот надо апать ПТС, ребятки. Играешь аренки и кайфуешь. Так что ребята играют с аренками. Красавчики. Так, ну что у нас? Загрузилась катуха. Готовится игра. Посмотрим, кто у нас там, как там ВС. Да, у нас там фейки, паениксы. Центральный коридор можно смело брать на себя, я так думаю. Феникса бан сразу отпускают. Баратрума нафиг отсюда скарп, потому что баратрум это страшно. Химик, омниц, абе. Вот это хитрые вы, конечно, придумали. Ксимик, омниц, абе. Конечно, круто они придумали. Ксимик, омник, абе. Омник, химик, абе. А я не понимаю, почему вот так вот, да, абе делают, пацаны. Омник, химик, абе. Это довольно-таки, на самом деле, некомфортно. Ну, то есть, Ларк... То есть, Сларк не АБ, а Химик АБ. Получается так. Ну вот, я не понимаю этой логики, реально. Вот хотите? Реально, вот как хотите, я реально этого не понимаю. То есть, как хотите, я этого просто не понимаю. Я отказываюсь в это верить, что они сделали, что Сларк... Сларк не АБ. ПТС нужно забрать. Понимаю. ПТС надо забрать. ТПшками скинуться с Ларку. Будут обузить через крест. Нужно что-то такое веселенькое. Попробовать на БСе что-то сделать. На БСе можно обосраться, но БС тоже метовый, в принципе, персонаж. БС метовые герои. Сало там. Сайленсер, я в мид сам пойду. Пикну сам в мид, говорит.
Пикну сам в мид, говорит. Так, ну что тогда делаем? Ага, некрани это тоже, кстати, обратите внимание, позакрывали. Фармить слардар на фарм. Такое. Второй слот. Ты мид идешь, верно? Верно. Я на саппорте не хочу эту игру играть. Честно. Я не понимаю, какая расстановка. Пит, ХЛ. Виверу надо кого-то. К Виверу надо кого-то, я так понимаю. Нужна четверка. Я четверками не люблю. Второго бакора какого-нибудь. Давай я 4. Иди центр. Так, вот вопрос, что в центр поставить? БС взять можно. БС хорошо пойдет. БСом пойду. Хорошо зайдет. Можно будет тут палить. Ребята постоянно файтятся. Главное сларку не нафидить. А там дальше посмотрим. Погнали бладсикером, ребятки, почему нет? Немножко попробуем сларку досаждать. Будем кидать здесь раптуру просто по КД. Соберем БМчик. Главное переласхитить. Возьмем пурман сейчас. С пурмансиком поработаем немного. Если ребята будут на боковых лайнах активничать, то в принципе сларка можно будет подзадушивать. Можно будет подзадушивать. Опять-таки там кунка. Вероятность того, что парни меня сгангают, 99,9%. Такая себе тема. Это такая себе тема, ребятки. Ну, посмотрим. Посмотрим, ребятки, как игра пойдет. Как пацаны будут плеить, как в миду сларк постоит, как я постою. В принципе, у меня шансы такие же, как и у... Сларка в миду. Ну, сларк такое, погрязнее, конечно. Прыжочек и драться. Какие-то оскорбления ребята там пишут. Какие-то оскорбления ребята друг другу пишут. Вот это, конечно, хай ТБшка сразу. Кто такой Н вообще, я не знаю, кто это. Вот этот парень, я знаю, кто это. Это еще старенький игрок, с которым я когда-то тоже апал ПТС. А вот этого парнишку не знаю. Не знаю. Не знаю. Это интересно, что ластом зайдет. Скорее всего, какой-нибудь виномансер. Я отойду 30 секунд. Забавно. Я отходил на 30 секунд, и ничего не поменялось. В принципе, стандартно, выразимся так. Но у них пик получше, мне кажется. Пик получше. Очень-очень много ребята пишут, очень много токсичности. Ребята, ну что вы так закусились? Чей горшок? Мой горшок круче, чем ваш горшок, да? Типа такой смысл. Не в этом кайф.
Не в этом кайф, ребятки. Даже, я даже не знаю, в чем кайф на самом деле. Кайф — это когда вот что-то у тебя вот есть такое, о чем ты когда-то мечтал, да, и ты это имеешь. Но потом, когда ты понимаешь, что да, я уже устал от этого, и теряешь это, а потом как грустно становится. Вай, вообще жесть. Так что, ребята, да, такое. Так, Зевса взяли, я понял, понял. Грустно, очень грустно становится. Поехали. Это грустно. Так, го вот эту штуку, го вот эту штуку. Хилочек. Вардочек. Погнали. Гурман всегда купим. На меду. Подцеплять. И нужно будет стараться именно передынаить. Посмотрим, передынаем Сларка или нет. Главное, чтобы не гангали особо. А там уже посмотрим. Будем переагривать, если что. Если он будет очень сильно агрессировать, будем немного бить. Как посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, погнали, ребята. Так, боесник там. Боесник тут, боесник там. Хорошо. Ребята что-то втухают, но на самом деле руну мы 100% не заберем. Потому что, мне кажется, фиссура, привязка, торрент, это... Мне кажется, шансов нету. Шансов нету против такого забирать руну как-то. Внизу 100% будет суета. Нет, Сларк с Прумансом уже, кстати, стоит. Вот он. Но Пит, если единицу возьмет, будет хорошо. Или внизу они не берут. Это вопрос. Да-да-да. Блин, зря я туда пошел. Я без руны остаюсь. Не прочитал. Не прочитал. Очень жаль, конечно. Не прочитал. Так, сделаем. Пропалил. Вард ЕС мой. Я, если честно, так всегда варды в тупую ставлю. Плохо без буста будет на миду, но посмотрим, как будем стоять. Поблочим немножко. Если что, крипов ХГ. Второго левела будем душить. Там посмотрим уже. Тяжело будет. Я сейчас отпулил Тэшку. Но он тут тоже, по идее, не добивает. Хотя, может, и добивает. Но ждем, смотрим. Он третий левел апает, пока стоим, курим. Пусть суицидятся крипы. Он тоже не пофармит особо. Хорошо. Хорошо. Все нормально. Крипы сейчас оттолкнутся. И пофармим. Под тэшкой, не под тэшкой. Ну, мне под тэшкой легче донаить. Дамага люто, конечно, летит с него. Берем Пурманс. Отойдем на руну. Да, мид я всираю по крипстату. Но, если честно, всегда слабо крипстатил. Сейчас он там 4-5 левел будет. Отойдем на руну. Не перекаесим там. Сейчас опасная ситуация. Может прыжочком там подразмять. У него сейчас фарм хороший будет. Четвертый левел. На боковых лайнах особо не дерутся, я так смотрю. 12 дэмэджа всего. Чуть подеремся тоже. Хорошо. Интересно, что он качает в целом? На Сларке.
Что он на сларке качает? Четвертый левел. Надо следить за статами, когда у меня статы упадут. Хорошо. Пятый левел у меня, четвертый. 27 дэмэджа всего. Так, одну тычку он сделал. У него сейчас самый кайф. Че там, в рейзы? Не, в рейзы стики взял лапнутые. Даже не слежу за статами, если честно. Не слежу. Вообще не слежу. Вообще не слежу. Пойдем на руну сходим. Пусть фармивит. Или фармить не будешь? Легенчик. Нормально. Хорошо. Такой наивный. Но у меня варда тут нет, но максимально люто его прочитал. Так, мне нужны фазы мои. Хорошо. 45 дэмэджа есть, сейчас бы 6 левел, чуть побили бы его. Он сейчас 6 уже апнет, вивер 2 левела, нифига себе. Дядь, ну по кругу бегать придется. Только пришел. Кунка пришел мне. Свет выключили. 19 крипов на 4. Это мало. Это мало. Dark Pact максит. Dark Pact в тройку сейчас. Это значит, он не качает статы. Так, но мне пока отойти нужно. Покурим. Стороночки. Ребята лайны вроде как восрали, да, я так смотрю. Как и я, в принципе. Слардар фармит. Сларк фармит. Сларк 6 левела. Немного тяжеловато. Медочки. Все зависит от начальных крипов. То есть, если бы я в начале крипчиков там погонял бы, было бы очень хорошо. О, кунка. Кунка — это плохо. Кунка — это плохо. Хорошо, фазы есть. Пойдем вот здесь поставим. Хорошо. С 6 левелом пройдемся. Сларк перефармливает спокойно причем. Не могу, уже тут не могу стоять. 22 крипа. В принципе, 44 вышел бы. Но слабовато все равно, надо 53. 53 крипи на начальной стадии — это намного лучше, чем вообще нифига. Погнали. Погнали. Левел апнем. Еще пачечку. ТПшечку сейчас. Вот на скрипам подошли, золотишко пошло. Пойдет. Золотишко пошло. Пойдем, лесочек. Стики дофармим. Ты, дядя, ты что такое делаешь? ТП-шка есть у кунки? Хорош, это минус. Ну, размен саппорта на саппорта, в принципе, ну, сомнительно. Опять-таки, я фарманул. Мне нормально. Саппорта на саппорта. Пока что фармим. Владсикер быстро бустится тоже. Идет. Давайте себе куру возьмем.
их не забрал, печалька. Отойдем, порегенимся в лесочек. Не могу на меду стоять. Это прыжочек, это будет Shadow Dance. Тяжело. Могу сфидить налегке вообще. Сфидить налегке, а я фидить не хочу, как вы понимаете. Тем более с Ларку. БМчик первым слотом. Посмотрим, что за руны там будет у Сларка. Далеко от центрика не отходим. Что, вообще никого на карте нету. Это пугает. Ага, вон вышел. Сларк с хастой, прикольно. Прикольно, Сларк с хастой. Ну, я пришел на самом деле зря. Больше никого нету, вивер не пойдет. И вот это почему да я ТП даю? Я типа подумал, поиграем тут. Кажется, нет. Кажется, нет. Есть телепорты, есть ТПшка. Сможет рутан избить? Сможет, погнали. О, такое себе. Эх, он умер бы. Умер бы. Но я рассчитывал на то, что он рутами собьет, как бы. Но, видимо, не произошло. Видимо, не произошло. Ну ладно, фармим. Пока там Сларк перегангивает. Пойдет. Пока что КД. Тоже должны гангать, но видите, у меня что-то сейчас не пошло, как обычно. Как обычно пошел гангать, и ничего не получилось. Чел просто нажимает телепорт и уходит. Вот в этом проблема. ТДшку сейчас заберу. Хорошо, и можно будет выйти. Ага, вон там в лесочке кто-то. Пока у Сларка нет лотара, можно душить. Только там появится неприятная кнопка в виде лотара. Будет бубошка. Эх, не достает. Ренджи не хватило. Вообще ренджи не хватило. Что там, 9 левел у меня, 8, да? У меня герой просто тупо не кидает. Тупо не кидает. На топе падает таверна. Тавернелла. Хорошо, внизу забрали, пацаны. Глифанем. Вот так вот сделаем. Хорошо, пойдет хоть так. Отойду. Лоу хп. Сларк фармит тупо лотар. Возможно. Не уверен. Но от меня толку сейчас очень мало. Я очень мало фарма взял в миду. БМа нету. Поэтому пока фармим. Пока фармим. БМ будет возможно не скоро. Так вот сделаем. От КД ультимейта просто работаем и все. У Сларка, скорее всего, уже лотар есть. У него там получше ситуация, чем у меня. Получше. Посмотрим. Унка. По саппортингу там повеселее будет. Сало там фармит еще. Буду просто с пару кнопок умирать. Хорошо, вижу.
Отлично, есть лотар. Этот центряк на самом деле многое сейчас решил. Так, у Сларка лотар. Сларка, в принципе, по драке перекрывать просто нужно, блин, я сейчас на рано пошел. Перекрывать тупо кнопкой. Так, бродсвордик сюда. Надо. О, здорово. Ну, просто вот так прошел, меня забрал. Это печально. Ну, я еще на базу смотрел, может, что-нибудь бы нажал бы. Печалька. Так, чё с лордар? Армлет, да? Ну, мне БМ нужен. Вот здесь пацаны обошли нормально. Что, у Рубика не пошло в четверке? Лотар, лотар. Уйди, 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 уйди. Уйди, уйди, уйди. Уйди. Уйди, дядь. Я ж пишу, уходи. Кунку поднимай сюда. Иксовочку ему. Чё не нажал кнопку? Ракушка. И Сларк сейчас на развороте подработает. Ну, не знаю, не знаю. Вот так вот надо было внизу сделать. Вообще офигенно было бы. Вообще офигенно было бы. Да, камон. Дай по кругу побегать. Двойку, хорошо. Где роба? У нас во вторую куру, да, легла роба? Печалька, я ухожу. Где роба, ё-моё? Это что за перегрузки? Жесть. Кунку забрали, нет у меня кнопок. Ух ты, ё-моё. Сларк отошел. Ну, раптуров никуда называется. Надо отойти здесь. Правильное решение дать телепорт. Успеет? Успел, хорошо. Фармим дальше. Сларк очень хорошо контрит с АБСом. Нужно просто правильно отыгрывать сейчас. Подфармливать. Слардар у нас есть. Законтрим. 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 Сларк сейчас будет пытаться кошмарить всю карту. Главное не попадаться просто и все. Угу. Да, они вниз пошли. Всей толпой. Значит, мид толкаем. Значит, толкаем мид. Хорошо, Тэшка хотя бы забрал. Shadow Dance был. Печально, золото я за это не получил. У нас, если честно, очень неслаженно играем. Максимально. У нас каждый сам за себя. Слардар бегает, ему нужен дагер. Дагер сделает, будет хорошо. И Асларк просто на активе играет, и все. И ребята ему по чуть помогают. Там глобалочка, ультимейтик, намного проще. У нас Рубик, типа, четверка Рубик всегда это плохо было. Четверка Рубик всегда плохо. Корабль туда и поднять. Ой-ой-ой-ой, как хорошо реализовали. Красавчики. Ну пойдет, 1100 у меня есть. Мне бы как-то уплотниться от Сларка. Какой-то может глиммер сделать. Не знаю. Было бы неплохо. Ультани, дядь, не умирай. Гоу пытаться помочь. Сларк, если на кнопку поставлю, будет хорошо. Нет, походу не поставлю, да? Хорошо, убился. Ну, Сларк расконтрит.
Ласка рассмотрит, я не пойду. Пофармим лучше. Че они там дальше драться собрались? Жесть, вы психи. Чуваки, а за что драться? За что драться? Я не понимаю, за что вы деретесь. Слардар пришел. Блин, я забыл, что там дагер на этом. Я просто не понимаю, за что моя команда дерется там. Блин, Куся. Нам нужно вместе, если играть, то вместе. Я вообще планировал сейчас сюда уйти. Сларк постоянно через Shadow Dance меня убивает. Ни разу он еще... Еще ни разу он не... Не было такого момента, чтобы он не дал Shadow Dance. Да он уйдет сейчас на даггере, дядь. Или нападет. Не потянет. Это клоунада на самом деле какая-то. Клоунада. А я пойду, он опять там латары, там инвизы. Все понажимает. Это клоунада. На гоу 2 своих кемпа ковырять, все будет нормально. Просто фармим. Может и перефармим. Глиммер там покупается. Рубик у нас стал в АФК. Обиделся, наверное. Обиделся. Конечно, перефармят так. Мы не хотим играть вместе. Хорошо. Может какой-то глиммер сделать, чтобы спрятаться от Сларка в случае чего. Но опять-таки, в этом деле я не уверен особо. Эти ТПшка. Я такой бы просто колотил бы свои кнопки. Там полскади. Полскади там. Если честно, не уверен, что мне сейчас можно здесь фармить. ТПшки. Есть там ТП, да? У меня нет ТПшки, жалко. Не смогу помочь. Глобалка минусом. Давайте ТП тоже нажмем. ТП тоже нажмем. Сларк, наверное, придет. Сларк-то точно придет. В него просто раптуру кинуть и все. Хорошо. Ой, как закрыл. Дай пройти. Хорош, не успел. Лохоповый. Мне свет потушили просто. Жесть. 2200. Ну ладно, Сенджу купим. Сенджу, в сию выйдем. Я так не смогу выфармить ничего. Вот мне сейчас свет выключили. ГГ. Ибера. Шукучей нету. Зевса задушат толпой. Тут под центрем нормально. Кунка еще и ходит, моросит. Жесть, конечно. Осуждаю максимально. Максимально осуждаю. Ну, Сларк просто бегает, статы грызет и все. Просто вот вся игра. Да подкидывай ты единицу, двойку под него и все. Че ты боишься? Да. Такое изи на самом деле. Такое изи. 70 маны у него. Он может сейчас сдохнуть за это. Что он делает? Ну, вряд ли мы его убьем, блядь. Вряд ли. Shadow Dance, окей. Ну, можно пытаться догонять его. Маны там нету. Да, саппорты отыгрывают по-страшному. Саппорты по-страшному отыгрывают. Везде сейвы.
Нам просто у нас проблема, мы не играем вообще вместе. Мы, каждый сам за себя. Слардар где-то там побегал, мы побегали. Я вроде кнопку свою кидаю, да? А дальше мы ничего не делаем. Просто. У нас нету тут тимплея. Вообще нету никакого. Там все Сларк на самом деле делает. Но пару раз убьем, стрик заберем, может быть что-то получше будет. Ну а пока сосем. А пока сосем. В частности, я тоже тут не особо что-то делаю. Вместе, если будем что-то делать, может что-то да и получится. Что-то может быть да и получится. Да. 16-й левел. Меня очень сильно беспокоит корабль в этой игре. Под кораблем тяжело драться. Вернее, вообще невозможно драться. Да, жесть, конечно, тут. Мамка, мамка, мамка. Только об этом и пишут пацаны. Очень токсично. На самом-то деле. Очень опасно. Никого на карте нету. На низ боюсь идти. Вон Сларк идет. На низ побоюсь идти. Глобалки будут. Так, настакаем единицу. Ага, найс. Уже началось. Скади на Сларке. Добрый вечер. Глобалка. Ну, конечно, мы тут не перебьем его уже. Полетели на базу, братка. Что делать? Let's go. Кого вернут? Передавят нас тут. Просто передавят. Слардара нету опять нигде. А уже поздно, там под сапом просто шансов нету. Скади. Шансов нету. Сапы там отрабатывают. Слардар соло игрок. Видно сразу, он не в команде, он не будет играть. В команде вряд ли будет играть. Попробуем через Сильвер поиграть. Через Сильвер. Отойду. Он Рубика на пятерку, да, берет, типа, тут еще пытается что-то писать. Это жесть. Типчик бестолковый на Рубике на самом деле. Вообще Рубик саппорт это довольно-таки такое. На лайне они вообще ничего не сделали. При том, что я не смог в принципе выставить против Сларка, потому что не могу переконтрить, не могу перекликать. Дальше потом нужно командную игру делать и все. Если в команде играем, то выигрываем. Если нет, нет. Если нет, то нет. Парень БСа не воспринимает вообще как персонажа, но это на самом деле ошибочно так делать. У нас нету никакого тимплея. Мы не играем почему-то вообще. Мы не хотим играть вместе. Он говорит, пикаю по фану. То есть, ну окей, парень не на победу играет.
Тыкай по фану. Чё нет там? Чё нет-то? Пикай по фану, окей. Пикай тогда по фану. Хорошо. Но мне тут сейчас рот порвут толпой. Слардара, как обычно, нет. Ждем Сларда. А, жесть, я не понимаю, что не так вообще. А Егис там когда-то успели забрать. Ну, это ГГ. Это ГГ. Это ГГ. Мы ППЦ, он пишет. А хотя сам стоял. Стояла Слардариха, что-то там бегала где-то. Слардара вообще всю игру нету. Вообще нету его. Всю игру он где-то ходит. Реально где-то ходит на Слардаре. Там саппорты вообще молодцы. Грамотно отыгрывают. Грамотно очень. Стоят на подсейвах. Питлорд, не знаю, тоже что-то бегает где-то. Вот так, ну очередную кидаю кнопочку. Очередную. Детекшена, естественно, нету. Это Аегис. Это Аегис. Это Аегис. Еле-еле Аегис выбиваем. Опа, обрыв. Законтрить не можем с Ларка. Никак. Станы есть, все есть. Все есть, там и есть, все есть. Станы есть, все есть, но ничего нету. На, ГГ. ГГ. ГГшка. На Рубик, конечно, молодец. 0.13.6 нормально плеет. Ну, а что сделаю с Ларку на фиделе? Так, сделай так, чтобы он вообще ничего не сделал в этой игре, правильно? Обиделся, чувачок. 8 левел бегает. Вот самый худший, да, саппорт, которого можно придумать, это Рубик пятерка. Зачем ему Рубик пятерка, я не понимаю. Возьми, да. Это просто... Позор. Этот Рубик, это просто позор. Бестолковый чел. Такие ребята заходят просто потильтить. Пойдем на топе пробежимся. Возьмем досты. Правда, я сдохну от Сларка, но... Да ладно. Счастье, у меня сейчас хп летят. Там 1600 у Сала. У меня просто не будет хпшки подраться с ним. Хотя... Хотя подрались. Нормально. Ну что ж, получается, эту катку мы всираем. Ну, по крайней мере, я пытался в этой игре что-то сделать. Играл до конца, как мужчина. Но я считаю, что тут как-то немножечко что-то не пошло у Слардара, у Рубика. Потому что Слардар вообще непонятно максимально сыграл. Да и в целом, я вообще не понимаю,
Как у нас... Опа, смотри, смотри, там гемчик. Гемчик. Гемчик, гемчик. Не надо, пацаны, я же чисто пройти хотел. Не надо, ребята. Вы чё? Пощадите. Пощади, дядь. Печалька. Слардару нужно было играть тут немножко активнее. Я бы просто перекрывал бы кнопкой, да, образно с Ларкой. Он бы просто стоял на месте, пока ребята как-то надамаживали. Но в целом получается, ну, вот такая катка, что тут просто Сларк всех задушил. Переиграл максимально жестко. И я не знаю. Можно сказать, я тут не доиграл. Но, в принципе, что-то я даже пытался гангать где-то, да, выгангивать. Но в целом, мне кажется, тут именно реализация игрового процесса со стороны... как-то саппортов, да, возможно, подкачало. Я немного не понял Питлорда в этой игре, не понял, если честно, Слардара в этой игре, вообще не понял, почему он просто фармит. Но Рубена так и вообще тем более я не понимаю, потому что чел, ну, от него импакта я реально не увидел. Хоть я куда-то там пытался вниз пойти, что-то там еще подгангать, кого-то где-то убить, но в целом у нас максимально непонятный получился геймплей. Ну да ладно, погнали некстово, ребятки, не будем расстраиваться, поражение тоже бывает, как бы... Поехали некстово, ребятки. А чё нет? Погнали. Итак, ребята, некстовая каточка у нас в этой партии началась. И, как вы поняли, да, если есть у нас поражение, то будет вторая каточка в игре. И почему нет? Почему нет? Мне кажется, это по кайфу. Кажется, это по кайфу. Что там, шестой слот? Кайф. Но я хочу на Фениксе. Я хочу на Фениксе. Ай, зря пака взял. Рандом. ВТФ. Зачем рандом? Феникса заберут. Нафиг этот пак нужен. Надо было Феникса брать ФПшкой. ФПшкой Феникса брать. Не знаю, в чем прикол. Но Феникса там заберут по-любому сейчас. И будет не очень весело. Опа. Заберу я. Я заберу. Я заберу. Поиграем активную доту. Давайте, ребятки. Давайте поиграем активную доту. Так, я свернулся. Давайте покажем эту активную игру. Да, Рубенчик мне не понравился с прошлой катки. Так, будет перекрывать, кстати, нормально так. На Фениксе сейчас грязь сделаем, ребятки. На Фениксе, можно сказать, на сигнатуре. Изи катка. Если что, сразу. Сразу сообщу, тут изи катка. Реально, я вообще не парюсь, ребята. Что у нас тут по поинтам? Кстати, в этой игре будем... Если это катки на поинты, то будем писать поинты, статсы. Что у нас по каткам в этой игре? 15к, 19к, 15к, 15к, 11к, 9, 10, 10, 9, 10. Так, я не понял. Я правильно посмотрел? 15, 11, 9. Да, все правильно. Ну, короче, самый высокий ПТС от 19к у нас тут, да. 15-19, короче, ТБшка 15-19. Нормально. Нормально, ребят. И это нормально. Так, что там понапикали? Два сейвера очень сильных. Очень сильных сейвера. И, наверное, будет проблематично. Есть контроль на меня. Есть на меня очень много неприятных кнопок. Это стан, это просто геомагнетик. А с Silence потом Кресты Торренты, потом у нас есть Урса с двоечкой. Ну, Nike с Рейджем, конечно же. Nike с Рейджем, да, есть контроля много. Ну, посмотрим, как пойдет. Главное, дайв держать, если что, отходим просто и все. Красава. Дорогой. 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 Пират. Чисто так, знаешь.
Красавчики. Мне нравятся ребята, которые на позитиве, и не нравятся токсики максимально, потому что такие игры максимально надо писать на позитиве. Несмотря на поражение, несмотря на какие-то мои ошибки, да, слитый мид, недофарм, да, там, это вся фигня на самом деле, вся фигня. Главное получать удовольствие от этого. Если получаешь удовольствие, но я не понимаю, почему Сларк не в бане, не АБ, а Алхимик АБ. Как это вообще работает, я не понимаю. Но вы мне объясните. Сларк не АБ, а Химик АБ. Вы норм? Вот так спросим. То есть, ну я реально не понимаю. Реально не понимаю. Объясните. СПС. Я реально не понимаю, почему так. Просто объясните мне. Я же тоже человек. Так, окей, а что мне нужно купить? Я куплю один вардик, и пошло оно все нафиг. Я четверка здесь. Я просто четверка, который плевать на эту игру. Хинекс на 16, 6 слотов. Не, 25. 6 слотов. И это можно контрить. Как и Сларка. ХЗ, почему не берете? Но, когда я захожу... Он АБ почему-то. Дайте пофидить. Реально. Так, где у нас? Вардецкие купили, куру купили. Да и все тогда вообще. Что мне еще нужно? Стики в помоечку, там, транквилка. Грязь сделаем, ребятки. Давайте устроим здесь грязь. Давайте. Устроим грязь. Хорошо. Устроим грязь. Запотеете, пацаны. Один 15 хинозес расслабился. Так, ну что, будет у нас драка на руне, я, если честно, не хочу залетать с какого-то дефолта, я дам все кнопки после того, как они дадут, потому что я не хочу улетать в стан, мне главное камень отдоджить и, конечно же, торрент, тогда у нас все будет офигенно. Так, торрент у нас убегает, оракул у нас с вардиком, кам, лучшие тиммейты у меня здесь в этой катке, там этот готовится на врыв, 4, я не палюсь, я стою максимально далеко, и сейчас, скорее всего, будет заруба какая-то, да? Заруба. Стан будет залетать, я так чисто в стороночке. Так, начинается файт какой-то. Камень будет кидаться? Камень главное не поймать, который будет сейчас. Вот он и камень. Ну, в принципе, мы успеваем разобрать. Еще можно чуть-чуть потычковать. Чуть-чуть потычковать, поразмениваться. Пойдет, пойдет. Пойдет. Неплохо, красиво, аккуратно, аппетитно произошло. Так, сейчас, скорее всего, будет вот этот параноик умирать. Там нету вандов. Так что пофиг вообще. Вандов там нет. А-а-а, братка, ну это как... Я тут не подхилю даже. Нет тут смысла. Хотя... Чувак. Ну я могу следующим тут умереть. Он бежит просто на крополях. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем? Для чего? Ты чё? Ты же выживал. Ой-ё, вы понимаете, да, то есть, насколько все это плохо? Он же выживал, серьезно. Он же выживал, блин, на Леоне. Вот такой путь проделал, я там даже хилочку впряг. Честно, немножко не вкурил. Ладно, давайте, захилую. Захилую. Это печально. Что там за драки у вас? Вы можете не файтиться, алло? Да, ладно, все, я понял. Я не понимаю их. Жесть. Я отведу крипеев. Леона я не понимаю немножко. Отведу крипеев. Пусть крипы немного пофармят, то лайн сломан. Левел апнем, надо левел поапать. Один саппорт уже ушел там. На деф руны.
Так, это не добил. Вот это хотя бы одного, а ту гарпию. Хрен с ней. Пойдет. Главное, Лего, чтоб не умер. Но Леги нужно было подкачивать все-таки двоечку. То так некомфортно. Хорошо. Подласхитили. Мы не можем отпор никогда дать, походу, да, здесь? Хорош, можем. Да и ванем немножко. Хорошо. Спиритов. Тики. Леона разменяли таки хотя бы на кора. Это хороший размен. Это хороший размен. Хороший размен. Найкс. Ну, я тут с Фижи, если останусь. Пойдем, наверное, отвод. Очень если честно, я очень сильно запушил. Мне здесь нужен тангус. Они дальше пойдут. Но если дальше пойдут, это плохо. Стоять у тавара вражеского. Не очень круто. Лазером под выжгу. Ну, Леон, не знаю. Леон, стой, пожалуйста, сейвовее. Чё ты стоишь на передке? Вообще, я вообще не понимаю, почему он стоит на передке, на Леоне. Он же сейчас просто вот расфидит и типа, ну, мы не сможем ничего сделать реально. Гоу. Гоу пробовать. Или не сможем уже, да, не сможем уже. Леон, если честно, меня немножко напрягает. Не знаю, как вас, но меня немножко поднапрягает Леончик. Как-то он, мне кажется, неправильно делает. Неправильно делает на Леоне. Фаза уже на Найксе у Леги. Тут даже близко фазами не пахнет. Надо отводить. Надо отводить экспица, а не стоять АФК. Пусть Леон стоит, но сейвово нужно стоять. Он не понимает, что ли, как в трипле стоять надо? Получается, и меня дергает. Урса там что-то какие-то блейды берет. Он и меня дергает, Леон. И сам что-то подфиживает. Вот я тоже тут сдох. Я не должен вообще ни разу тут умереть в этой игре. А тут нет смысла умирать. Там жесть. 3-1, 2-0. Леон у нас сколько умер? Три раза. Три раза Леон умер. Забираем чисто экспу здесь. Так, сейчас, походу, Леги там устроят экспу. Спиритов даю, дядь. Хорошо, я вовремя. С Леончиком-то вовремя. У меня КД, дядь, все кнопки, если честно. Так, по большому счету, все КД. Лего молодец, не зассал, понимаешь, что сапы сейчас подойдут. Подходим. Нажимаем спиритов. Я максить буду спиритов, потому что это минус скорость атаки у оппонентов. Хоть там и много магического. Очень много магического. Но, тем не менее, нужно пытаться это как-то грамотно перебивать. Крипочка бросили. Ну, в экспе я стою. У меня четвертый левел, вот чисто за счет леса. У Леона третий. Надо аккуратно, может, даже как-то подстакивать. Может, какую-то суету делать. Будет по красоте. Сейчас попробуем вот этих отобрать. Блин, ну опять-таки лайн я сейчас сломаю таким отводом, потому что мне надо вот здесь срубили, чтобы. Срубят, если будет хорошо. Если не срубят, будет плохо. Не могу двойные отводы, тройные делать. Там можно сколько хочешь отводов, можно крипов влево-право гонять. 9 золотых. Там опять драку принимаете?
Уйдите, пусть крипы немного сместятся. Хорошо. Там опять легу душат. Хорошо. Зажгли танцпол. Танцпол зажгли. От камней отойдем. Опа, он не пробафал. Не пробафал. Мне надо тоже уходить, дядя, иначе я сфижу. Хорошо. Ух ты, блин. Чуть-чуть не хватает до шестого. Я на транквиле чисто. Подхиливаюсь. Так, ну, тут немного плоховато у меня будет дело. Хорошо. И это печально. Ой, вот это у нас зарубы тут, ребятки. Вот это зарубы. Жесть, но маны не было кнопку нажимать. К сожалению, не было. 15 секунд рез. Плаку, ТПшечку, ребятки, и погнали. Жалко, жалко, конечно, маны не было на кнопку. Маны не было. Ай, камень пихнул, задушило. Ну, чисто деремся, как львы, да? 0.5 саппорт, ливончики, ну, ничего страшного. Пойдем урсу задрачивать, есть кнопки. Есть кнопки. Чуть пофармим, тейлку постоим. Ой, же есть. Не дают фармить. Под Т-шку заходить, так понимаю, будем, да? Погнали. Ух ты, вон он в лесочке бегает. Да нафиг его. Что ты там? Видишь, дядь? Наката нету. Сужикуй. Сужикуй, дядь. Не надо туда ходить, дядь. Надо. Два дебили. Тавель бьют. Дядь, так давай под тэшки подождем его просто. И все, этого чувака на урсе. Ну все. Просто под тэшку подождем. Так, спиритов я замаксил. Так, ну надо тут как-то очень грамотно и сейвово сыграть сейчас. Суишку, дядь. Найс накат. На того, кто максимально активный. Так, мне нужно пару этих взять себе. Манго. Чтобы маны хватало. Туишкуй, мне главное легу. Немножко подсейвливать. Сколько ассистов у меня? 9 ассистов. Ориентир это мои ассисты. Суишкуй. Поняли? Мой ориентир это ассисты. То есть, легу просто слили. Жестко. Есть кто ТП? Хорошо. Суишку, дядь. Леон не хочет давать кнопку. Леончика я немножко не понимаю, но ульта в минус. Окей.
А вообще было бы хорошо, если бы пак прилетел. Вообще грамотно было бы. Пол хп. Леона там убил бы. 500 хп там было. Мне бы урну еще сделать. Урну надо бы. У Леги есть кнопки? Армлет. Кайлу поставит. Гигейм. Сало. Что-то вообще все печально. Ну хорошо, хотя бы я спиритом зажег его. Но он не знает, что у меня нету дайва. Ой-ой-ой, бро. Там Лего сейчас может отлететь. Че там, суета, дядь? Ты Усру там хочешь убивать? Ай, бро. Ну я помогу вот так, чем смогу. Да ты посмотри, как он армлетит. Посмотри на этого монстра просто. Монстр просто. Монстр на лайфстилере. Опасный парнишка. Ну молодец, кстати, неплохо плеет. Армлет несколько раз там переубил. Надо немного экспы апнуть, ребят. Левелочка. Чуть пофармим. Чуть пофармим. Давайте просто быстренько запушим. Хорошо. Хорошо, 1700. В принципе, в 2К мы там спокойно выйдем, я так думаю. Хорошо. Блин, если бы еще добивать все, что движется. Вообще кайф было. Не добью. Ладно, пофиг. Пофиг, так, хорошо. Ну я X плюс чисто, пофиг. Фармим, экспимся. Транквилу больше не дропаем. Хорошо. Ребята внизу разваливают там Найксы. Это бедолага чисто на Найксе. Мы подфармим, сейчас уже 11-й. Одна драка, Sacred Relic. Вторая драка, Радик. Хорошо. Отлично, просто выфармил здесь. Ману набираем. Что там, пак влетел. Ой-ой-ой, браза. Что-то это было жестко. Ход он там камнем подловил, да? 11 бы поскорей. Нужно будет на кнопку садить. Хорошо, задоджили. Задоджили. Че, пойдем на топе пофармим. ТПшка есть. Мангусы есть, стики заюзаем. Я не понимаю, что делается. Ладно, Егис собьем. Хорошо. Вот такой себе. Хорошо. Ну, варда я тут не вижу. Варда не вижу. Надеюсь, я не в корабль прям лечу. Это плохо. Я умер тоже.
Так, урсы тоже заберут. Да, печальная драка максимально. Найкса не можем перебить. Не знаю, Лего там прыгнул, что-то как-то задушили. Кресты очень много делают. Хорош, задожил крест. Сайленсом пробьет его. Мужчина. Но пак делает очень много вещей. Надо просто пойти чуть пофармить, ребята, и все будет огонь. У пака нету шифта, но есть еще очень много хила. Кнопки. Молодец. Я поставил центряк, не знаю, варда здесь не видел где-то, либо здесь, либо здесь. Леон там, походу. Так, где крипов больше? Пойдем на топе фармить. Ребят, go sacred. Выфармим бестолковые драки какие-то. Подфармим, и же лучше будет. Заигнорим две драки, намного лучше будет в тиме, если я сделаю радиенс. Причем это радиенс будет где-то к 23-й. Потому что если я просто сейчас углублюсь в фарм, типа я очень быстро выфармлю. Одна драка там. Буквально одна драка, которая может перевернуть там с яйцом, да? И у нас точно уже будет сакрет. Надо главное пофармить и все. Просто пофармим. Здесь вот так, вот тут вот так. Дополнительно. Вот сюда закинем. Ребята тупо дерутся там. Вообще жесть. У меня трешка почти есть. Но очень далеко. Очень далеко. Очень далеко, пацаны. Я туда уже не дойду. Под Т2 просто бегут парни. Сейчас подрасфидят. Будет тяжело. Пойдем. Немножко нужно сейвовить, сыграйте, пофармите. Чисто пофармите и все. Хорошо, просто пофармите. Ну, я не знаю, эта драка к чему приведет сейчас. Опять? Пид Леона какого-нибудь, и все. На Ракл идет, Найкс. Да это бестолковые драки эти. Да ты пыхнись. Это просто сноубол. Просто сноубол. Так не нужно делать. Это просто сноубол. Да, его нету. Зачем сноуболят, я не понимаю. Идет. Чуть подзакрыл. Ну, с перетами тут не попаду. Отойду. Этот прыгнуть может. Вот опять, да, вот зачем вот этот сноубол, я не понимаю. Просто отойди на тускаре, он бежит просто, у него глаза на лоб. Так, сакрет есть с этого файта. Но глупые файты, Найкса не можем перебить, он там армлетит, гений. Армлетинга, так, курсу забрали. Ульты у меня нету, но можно попробовать как-то на кнопках поработать. Вот в этом проблема, я говорил, в этом проблема этих ТБшек, что ребята не знают, где нужно сапкашить немножко и типа, ну, а где нужно немножко проактивничать. Просто я вот этого не понимаю. Этого я реально не понимаю. То есть вот, да, вот типа, ну, зачем баловаться там, играться? Давайте просто немножко пофармим. Немножко пофармим. Чуть пофармить и все. Зачем нам нужно идти куда-то? Это просто фид. Бестолковый причем. Вот Леон тоже опять сейчас сдохнет. Сейчас тут кар опять пойдет. Уйдите, просто уйдите. Просто уйдите и все. Зачем? Я пойду пофармлю. Дайте. Дайте радик добить. Пофармите. Да, вы спешите. Просто лейт за нами.
Просто жесть. Лейт гейм мы 100% этот берем. 100%. 500 золота. Там если залетят, я, блин, подсейвлю, я кнопки нажму, яйцо поставлю. Даже имба, надо немного, типа, ну... Ребята торопятся очень сильно. Просто очень сильно торопятся. Так, 23-я минута, я уже просрочил свою кнопку. Давайте вот так вот сделаем. Гру повесим. Если что. Думаете, он уже там? Мне кажется, нет. Так, Лего сам прыгнул. Гоу, поможем. Бей, я спиритами АС скину. Просто, не знаю, ногами можно играть в этой доте. Сейчас мне кажется, как придут, как сломают Лего. Давай, дядь, спирита подниму. Опять. Надеюсь, успеваем. Если что, просто в тупую ультану и все. Хорош. Соточку дай, дядь, пожалуйста. Все. Че, в драку пойдем? Есть там зарубы. Леон опять там нафидел. 1.13, бро, как ты сюда попал? Леончик вообще такой парнишка. Он очень-очень не сейвово играет. Вообще жесть прям. Парнишка не сейвовый. У меня, если что, кнопки есть. Если что. Отзвоним. Хорошо. Е, там такие эти по лесу бегут. Фига себе. Хорошо. Ой, соло. Пак там вообще всех попередушил, я чисто подбежал. Зафармил, не знаю. Так, ну окей, это берем спокойно. Радик есть, можно поесть. Если что, ультану. Залечу. Что там у нас? 110 и 200. Супернова. 310. Спокойно вообще. Работаем. Главное от Каолина держаться подальше. Типа, если простанет, будет тяжеловато. Вот так вот погнали сюда. Суету наводить. Хорошо. Пацаны на подсейве подработают. Забайчено. Хорошо. Ух ты, комбо-бомбо я люблю. Хорошо. Комбо-бомбо я люблю. У тебя я уже заберу, дядь. Не дал мне уйти чисто на Оракле, чувак. Че там у нас? Тусик, да, бегал? Ну вот в этом проблема. Когда надо файтиться, Тускар уже АФК. Что делать, когда у вас в команде АФК Тускар? ПФ. Да не знаю, что он внизу делал, на самом деле. У ХГ, по-моему, изи зашли бы. В Леге ресурса не было. Найкс на самом деле опасный.
такой серьезный мужчина. Слушайте, там нету никакого детекшена. Почему бы не сделать глиммер? Я не знаю, почему я урну не сделал, типа, перекрывать Найкса, ну да ладно. Вообще кайф. Вообще кайф. Так, там глиммер, да? Дасты возьмем тоже. Тут у нас грифс. Ча. Ча в пятером душанем. Если чё. Давайте это отправим туда. С сентрями. Сентри, опс, туда. Сами на телепорте, если что. На одну. Ребята уже побежали. Один телепорт. Хорошо. На самом деле то, что я фармил соло. Так, яичко есть, 16 левел. Яичко. Так, МХ рабочая. Никого не вижу. Ботель. Ботель, дядь, ботель. Понизу МБ. Ботель. Пару вардиков. ДДшка, хорошо. Фарманем пока, пока ребята там думают, куда идти. Next, что делаем? Next, скорее всего, Шиву. Шиву next там. Шиву, скорее всего, next там. Шива офигенно зайдет. Просто лучший артефакт будет. Надо завардить бы. Вот сюда бы поставить. Так, лайфстиллер там, да? Ну, значит, придется более близкую точку ставить, правильно? Где кнопки? Давай, братка, вот так сделаю. Ребята очень сильно отзвонили. Хорошо. Давайте покрутимся. Крутится волчок. Хорошо. Шаром... А, шар КД. Шар КД. Да и вонем, если что. Нет, вот так сделаем. Чуть побыстрее будет. Дайв нужен на врыв. Лазер оставим. Опа, здравствуйте, товарищ. Фига себе, ты что тут делаешь? Отходим. А че не могу? О, глиммер. Ты там вижен есть. Давай с руки его, дядь. Давай, давай, давай. Так, мне камнем по лицу. Тут есть центрики, надо уходить. Хорош. Да, пальцы ему. Боже, ну это грубо. Вообще грубая форма изнасилования. Прям опасная. Молодцы, в команде год, блин, бодро играем. 21 ассист у меня есть, 4 смерти. Это очень хорошая, да, в принципе. 7 сап, четверка. Так, ну у меня есть яйцо почти. Маны очень мало. Маны очень мало. Ой, бро. Так, ну у меня КДшка. Опа. Чисто парень душит. Ему весело. Го мистик купим. Мана чуть побольше.
Эх, так не вовремя я ухожу, да, наверное? Но у меня, я боюсь, мне маны не хватит на файт. Хорошо, мистик взяли. Давайте ультанем. Яйцо не собьют. Никак. Хорошо. Я боюсь, сейчас Найкс вылезет. Это будет бабошка. Дядь, ну подхиливаю как могу. Хорошо. У него там будет этот БМ. Хорош. Ладно, я полетел, пацаны. За Шивой. Вы там как хотите. Не знаю. Вообще, если честно, настолько был уверен, что это будет такая легкая игра. И она действительно настолько легкая, что хз. Очень много пак вносит. Я не нафидел. Я меньше всех нафидел, как на уровне пака нафидел, да. То есть, ну там эскейпер. У меня тоже, по сути, много эскейпа. Но, типа, смысл в том, что... Не как Леон, да. Но Леон немножко с позиционкой теряется. Типа, он, ну, не знает, где стоять. Не чувствует немножко игру. Но в целом он старается тоже, как и мы, играет. Он выполняет свою роль пятерки. И за это ему респект, ребятки. Поэтому, если вы даже фидите, ну... Старайтесь. Старайтесь. Вот первая игра, да, была неудачной. Вот эта игра намного лучше. По кайфу. Ребята помогают. Все играют. Что он делает? Чё на Леоне делает, чувачок? Вот даже вот тут на таких ПТСах встречаются вот такие фидеры. Салон Челси, вот этот Адис. Челси, какая ник у него? Челси, Адис, 57 винрейт, 9900. Понял. Ну давай сюда. Опа, видал тускар, как я умею? А ты так не умеешь. Хорошо. Так, ну гоу. Так сделаем. Так сделаем. Не забывайте про то, что апать левел можно. Немножко. Крипов погодинаем. Вардики уже летят. Сейчас спиритов поднимем. Хорошо. Я сыр фену. Ег, было бы круто, я бы прыгнул. Прям на ура. Ну и Лего тоже с Эгисом. СПС. Хорошо. Кунка что-то с гемом. Кунка с гемом чилит. Нафига он там нормально бодро зацепил. Я отойду, ребятки. Хорошо. Найк соло не собьет яйцо никогда. Там мы тут под колодцем балуемся, стоим. А ВТФ, а что мы делаем, собственно? Дай тычку дам ему. Ой, бро. Ладно, пойду сломаю. Вообще, так, на таком лайте чисто, я не знаю. Катка. Всем таких игр, ребят, реально, вот. Есть кор, да, адекватный. Но тускар немного такой. Тускар немного такой агрессивный, да? Ой-ой-ой. То есть... Пойдет. Не хочу сдыхать. Не надо, дядя. Ой, киллинг спри. Ладно, я полетел.
Ну, ребят, не знаю, судить вам, катки получились вроде прикольные, 20к поинтс ТБ, и в целом, как говорится, Хинанис играет только с раками, и, в принципе, неплохая игра на саппортинге, и реально, ну, немножко только с Леоном не сыгрались, парень 2.17 сыграл. Самое главное, это, конечно же, победа, тут очень молодец Пак сыграл, но, как и прошлую игру, что он сыграл, сразу чувствуется, что он играет в свои тарелки, да, ему по кайфу, реально, он играет в кайф. Ну, и что я могу сказать, ребятки? На этом все на сегодня. Каточки у нас получились вот такенные. Пожелаю всем хорошего настроения. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал. Обязательно поставьте лайк. Ну и на этом все. С вами был Ксеназис. И до скорого. Матчлисты, конечно же, в конце каточки я прикладываю. Так что, ребятки, кайфуйте. Уф, GG.